Заслуженному педагогу Луизе Акоевой вручили награду во славу Осетии. Луиза Николаевна больше полувека проработала в системе образования, в том числе возглавляла детский дом. Для нее это была особая миссия. Луизе Николаевне удалось собрать коллектив единомышленников, которые помогали детям, оставшимся без попечения родителей, встать на ноги и зажить полноценной жизнью. Благодаря ее участию многие дети-сироты обрели новые семьи. 5 лет назад она вышла на пенсию, но многие ученики до сих пор частые гости в доме. Очень скучаю, потому что это дети такие были, что они сильно привязывались сами к нам, и мы к ним тоже привязывались. Они сами тоже. У нас отпуска были 48 дней, и после 48 дней пришла как-то с отпуска, и бегут ко мне навстречу и говорят: «Луиза Николаевна, ты где была так долго?» Я говорю: «Я в отпуске была». «А почему так долго?» Вот они привыкают как-то. Мы к ним привыкаем, и они к нам привыкают.